Жительница Самары Олеся Ралык во второй раз приходит в пункт обращения граждан. В своем первом обращении она озвучила идеи по улучшению региона и вскоре получила ответное письмо. Теперь Олеся снова пришла, но уже с обращением, в котором предлагает свою помощь по улучшению родного региона. Надеется стать частью команды, работающей на благо жителей. В общественных приемных в РИО губернатора Самарской области принимает любые обращения, и можно быть на 100% уверенным, что оно не останется без ответа. Приятно видеть, что Вячеслав Андреевич так открыт людям и при этом очень требователен к выполнению наказов жителей нашего региона. В Самаре с 24 июня во всех районах города работают пункты приема обращений жителей в адрес главы региона Вячеслава Федорищева. Приемные открыты ежедневно с 9 до 18.00. На сегодняшний день к нам уже обратилось 39 человек. Вот. И очень удобно, что общественные приемные располагаются в разных районах города. То есть, например, сегодня к нам обратилась жительница из промышленного района. Но она работает в Ленинском, поэтому, соответственно, ей здесь удобнее оставить свое обращение. Реестр с адресами пунктов приема заявлений жителей размещен на сайте правительства Самарской области. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».